когда пациент лежит на операционном столе. Что такое медицинская служба системы управ делами президента? Вы понимаете, что это, так сказать, правопреемница, наследница того, что называется кремлевская медицина. Поэтому вопросы технологического обеспечения именно этой медицинской службы, они, естественно, решались в нашей стране всегда достаточно активно. Ну и, в общем, может быть первым, а может быть одним из первых таких патологоанатомических подразделений, это как раз было отделение Центральной клинической больницы, которое было обеспечено телесвязью, телекоммуникационным форматом связи с оперблоком. И, собственно, руководитель отделения, собственно, профессор Грибунов, да, имел возможность видеть все то же самое, что видел в оперблоке дежурный врач-патологоанатом, который непосредственно в оперблоке осуществлял срочную гистологическую диагностику. Ну, конечно, с тех пор технологии развились, безусловно. Вот эта монография, она вышла 10 лет назад. Я так понимаю, что, значит, вся эта технологическая цепочка была в Центральной клинической больнице налажена и гораздо-гораздо раньше. Сейчас, конечно, и новые смыслы приобрело все то, что называется телепатология, да, и новые технологические возможности. Я, в общем, уверен, что мы сегодня о них услышим. Значит, уважаемые друзья и коллеги, нас 36 человек, у меня убедительная просьба. Если есть возможность выключить микрофоны, кроме Никиты Владимировича, это будет идеально. Иначе мы будем... Да, мой звук не обязательно выключать, а все остальные – да. Ну что, Никита Владимирович, расскажите о себе, как вас к нам принесло? Да, здравствуйте. Меня уже представили. Я работаю в лаборатории ЮНИМ в городе Москва. Наша лаборатория локируется в инновационном центре Сколково. Работаю я там где-то с сентября месяца, успел посмотреть, успел поработать, прочувствовать эту систему. Да, и сегодня, соответственно, я приготовил доклад по теме цифровая патология, чтобы поделиться с вами своим небольшим, ну, таким опытом моей работы в цифровой лаборатории, показать, как устроена наша лаборатория, ну и в целом рассказать немножко про цифру в патологии. Так, меня хорошо слышно же, да? Слышно отлично. Вопрос, как вам удобно, перебивать вас вопросами или в конце вопросы? Я думаю, лучше в конце все-таки. Ага, отлично, договорились, спасибо. Так, сейчас, секунду, я выведу на экран презентацию. Так. Секунду. Да, ну начнем. В общем, я на главный слайд выставил эти две фотографии для того, чтобы продемонстрировать, что вот есть некие такие старые вещи, как старые микроскопы и старые ЭВМ. Вот старые, потому что они всем хорошо известные. И эти всем хорошо известные вещи, обычно, если их, ну, компилируют, соединяют вместе, то получается нечто новое, нечто интересное. Вот с цифровой патологией это же история. Значит, я не буду, наверное, рассказывать про то, как происходит в обычной лаборатории, а сразу перейду к тому, как это происходит в цифровой и в чем отличие. Первое, ну, одно из главных отличий – это мобильность, то, что врач может, находясь в любой точке планеты, в любое время проконсультировать или ответить какой-то случай, мы называем их кейсами, и он может сделать это в тех условиях, которые ему удобно, там, сидя у камина, да, или с кошкой. Вот, да, и здесь я вставил такую рекламку небольшую, что и это относится к мобильности, в том числе. У нас проходит обучение и врачей, патоморфологов, и проходит обучение врачей-ординаторов,
можно оставить заявку у нас на сайте и присоединиться к нашим раундам, которые проводят лучшие специалисты в своей области. Да. Дальше. Следующее – это обменный поиск данных. Когда я учился в ординатуре, самое опасное было – это записывать на бумажку номера кейсов, спускаться вниз к лаборантам, к архиваторам и просить приподнять их стекла с блоками, если нужно, потому что у них и так много работы, они обычно злятся. Вот. А здесь можно в один клик, в одну секунду необходимый тебе случай для того, чтобы сравнить морфологию или посмотреть диагностическую мысль какую-то, как врач рассуждал, посмотреть хотя бы даже, как оформляется диагноз правильно. Можно это все сделать в секунду, это очень удобно, очень ускоряет процесс и диагностики, и обучения. И также, конечно, работа с архивом и цифровизация архива, она позволяет заниматься научной деятельностью, это сделать проще, проще использовать эти данные. Далее, это использование приложений и инструментов. Дело в том, что цифровизация дает нам как раз такую возможность, ну, на примере других данных, мы знаем, что можно именно с цифровыми данными проще работать. Их проще перевести в другой формат, проще анализировать. Ну и здесь патологии не обошло стороной. В частности, вот в нашей компании, например, была разработана система по индексу, по просчету индексу пролиферативной активности КИ-67. То есть здесь окрашенные ядра считаются, и считаются, ну, вернее, считаются все клетки опухоли, и отдельно считаются окрашенные ядра опухоли и неокрашенные ядра опухоли. И в итоге это выводится в процентном соотношении. Это важно для диагноза. Во многих, в некоторых случаях это критически важно для диагноза, в некоторых не очень. Но, тем не менее, вот эта система позволяет упростить бремя врача в пересчете. Потому что, как называется, иногда глаза сломаешь, чтобы вручную пересчитать все эти клетки. Вот. И еще плюсом является это некая стандартизация процесса. То есть обычно вот индекс КИ-67, он отличается как это, высокой вариабельностью. То есть даже в одной лаборатории разные врачи считают клетки по-разному. А здесь один искусственный интеллект единый, который считает везде одинаково. Вот. И для того, чтобы проверить, как он работает, у нас есть такой ползунок. Если вдруг врач сомневается, то маска просвечивается, и видно, где, возможно, компьютер ошибся, а где нет. Так. Сейчас перейдем непосредственно вот к нашей лаборатории. Вот это вид со стороны врача, как это выглядит. Видите, у нас есть микроскоп, который как бы нужен для того, чтобы пройти все необходимые меры для регистрации лаборатории. Нужен хотя бы один микроскоп. Но мы его используем еще и для некоторых других целей, на самом деле, что же греха таить. Иногда мы просматриваем, ну, у нас есть такая услуга разметить опухоль для генетики, и мы, чтобы не сканировать, не занимать лишнее пространство на облаке, мы смотрим это вручную. Иногда мы пользуемся преимуществом световой микроскопии при использовании некоторых окрасок, где это необходимо. Без света. Да. И иногда, вот в чем связано как раз
одна из сложностей цифровой патоморфологии то, что скан делается как бы в одной плоскости. Средняя толщина среза микропрепарата где-то 3-5 микрометров обычных. У нас в лаборатории это где-то 1-3 микрометра. Для того, чтобы скан качественно сделал фотографию, нужен срез тоньше. Вот. И когда необходимо посчитать количество митозов, то на скане это сделать иногда затруднительно, и мы пользуемся, это происходит нечасто, микроскопом для того, чтобы покрутить микровинт и посмотреть на разных уровнях структуру хроматина. Вот, то есть иногда это действительно полезно. Дальше. Значит, как это... В чем цифра-то в нашей лаборатории? Она заключается вот в этом квадратике. У нас есть два блока. Digital Pathology, который я вам чуть попозже покажу, мы в нем немножко поработаем, и лабораторная информационная система LIS. Да, немножко про еще раз плюсы этой системы, ну, и про то, с кем мы работаем. Мы работаем и с государственными клиниками. Это немножко устаревшая информация, сейчас, возможно, уже что-то изменилось. Мы работаем и с государственными клиниками, и с частными клиниками города Москвы и области. И также не только Московской области, и с другими областями тоже работаем. Работаем даже еще с Казахстаном. Они нам присылают сканы, вот, которые... То есть они присылают там не блоки со стеклами, а у них есть гистоскан, на котором они все это дело сканируют и отправляют уже нам. Вот, и мы уже пишем заключение по скану. И еще раз немножко про преимущества. Это снижение сроков диагностики. Никита Владимирович, я тебя перебью, я прошу прощения. Я войду, так сказать, в твой монолог. Просто чтобы сделать несколько объяснений. Я смотрю, у нас 53 человека присоединились. Я уверен, что среди коллег есть врачи, но есть и студенты все-таки третьего курса. И тот профессиональный язык, да, на котором мы разговариваем иногда друг с другом, он может оказаться не всем понятен. Давай некоторые наши... Что-то проясни. Да, нас... да, поясни. Значит, что мы называем сканом в данном случае? Да, значит, в обычной лаборатории патоморфологической используется, ну, для диагностики врач оценивает микропрепарат. Это стекло, на которое наложен тончайший срез в там, 1-5 микрометров. И сверху покровное стекло или пленка. Соответственно, вот это стекло, которое мы производим у себя или которое нам поступает с другой лаборатории, мы погружаем в аппарат, который я покажу позже. Там делается снимок с высоким разрешением. И затем он отправляется на облако, где хранится... и куда наши врачи имеют доступ для диагностики. То есть это большая панорамная микрофотография всего препарата, всего гистологического среза. Да, там есть тонкости в плане того, что этот гистосканер, он может, к примеру, фотографировать как весь микропрепарат, так и его части. То есть он обладает неким встроенным интеллектом, чтобы... выделять объекты, которые есть в микропрепарате, для экономии места, чтобы пустое пространство не переводить в цифру. Вот. Okay. Спасибо, да, я прошу прощения, что я влез, но это пояснение было нужно, чтобы нас все понимали. Угу. Едем дальше. Да, продолжим. Это снижение сроков диагностики. У нас есть в Digital Pathology, где мы работаем, некий таймер, и врач видит, сколько часов осталось ему до конца. То есть у нас есть определенные нормы по часам на иммуногистохимическую диагностику, на диагностику без иммуногистохимии,
И врач видит, где есть задержки, и он правильно распределяет свой рабочий день. Снижение количества ошибок из-за того, что у нас на онкологические случаи, на злокачественные опухоли, всегда ответ дают два врача. То есть один врач пишет заключение, второй пересматривает его. Далее, снижение расходов на диагностику и лечение. Ну, то есть как бизнес-структура, ЮНИМ может правильно организовать процесс, вот, и таким образом это экономит и время, и снижаются другие трудозатраты. Это стандартизация и контроль за процессами диагностики и качеством заключений. Да, вот про это я еще чуть попозже скажу, вот, да, как раз про стандартизацию. Дело в том, что вот взгляд в будущее цифровой патологии вообще, ну, он направлен сейчас, как мне кажется, на одну вещь, это на то, что можно стандартизировать все те протоколы, которыми сейчас пользуются патологоанатомы. Что я имею в виду? Вот, например, как я уже говорил, индекс пролиферативной активности Ки-67, да, что это такое? Это, вот я показывал на предыдущих слайдах, иммуногистохимическая окраска. Врач оценивает количество положительно окрашенных ядер относительно всей опухоли. И дело в том, что в разных частях микропрепарата она может быть разная. И врач, считая глазом, он может допустить ошибку, и в исследованиях там было проверено, что она там от 1% до 40% вариабельности в одном и том же микропрепарате может быть. Вот, то есть гигантская там вариабельность получается. А цифровая патология в будущем позволит, оцифровывая препарат, убирать вот эту ошибку человека. Вот. И, соответственно, когда в дальнейшем будут проводиться там уже какие-то клинические исследования с препаратами, то, имею в виду, с фармпрепаратами, да, то вот тут еще важно для фармдиагностики определить пределы. Мы считаем, что препарат можно назначить от 20% индекса пролиферативной активности, к примеру, говорю, да, или до 20%. И вот здесь цифра может помочь человеку в восстановлении этих четких критериев. И все остальное, это 3D-моделирование, в кавычках, да, когда, к примеру, можно будет сделать с одного гистологического блока, ну, с одного кусочка ткани несколько срезов, окрасить их иммуногистохимически там, или на гематоксилин, неважно, и затем, цифровизуя все это дело, можно примерно составить какую-то 3D-модель ткани на основе этого. И лучевая морфология тоже в кавычках. Это в будущем возможно будет соотнести детально лучевую картину и морфологическую. Что, я уверен, даст определенные бенефиты в клинике. Да, у меня часть презентации на английском языке. Я скомпилировал просто из разных презентаций, но я буду комментировать, так что все нормально. Значит, вот как раз при входе в лабораторию вы видите слева у нас регистратуру, баночки с материалом поступают в нашу лабораторию. И в отличие от других лабораторий, у нас нет журналов, которые вносятся там данные получения. У нас есть компьютер, куда эти данные вбиваются. Вот. И затем вылезает, ну, печатается штрих-код, QR-код на баночку. И затем попадает на вырезку. Вот молодой человек, очень похож на меня, нарезает сальник. Значит, здесь во время вырезки... Давайте сразу поясним, зачем он это делает. Человек нарезает сальник для того, чтобы, вероятно, найти там метастазы. Да.
Не могу сказать точно, бывают разные причины. Вот, значит, а перед тем, как нарезать сальник, он взял банку и, видите, вот эту вот вещь, терминал, как в пятерочке, можно поднести туда банку, и, соответственно, мы попадаем вот здесь на планшете в случай, куда уже забита клиническая информация из регистратуры. Да, и затем вот эти кусочки нарезанные попадают в гистологические блоки, дофиксируются, потом в проводку. Я не буду на этом останавливаться. Далее. У нас на станции заливки материала, то есть там, где лаборант ориентирует кусочек в блоке и заливает его парафином затем. У нас тоже стоят планшеты и тоже стоят вот эти терминалы, на которых блоки пропикиваются, то есть это позволяет не запутаться в блоках. И врач, и лаборант видит в данной ситуации, с каким блоком он имеет дело. Не нужно ничего писать вручную, не нужно иметь дело с бумагами. Очень удобно. То же самое у нас происходит на этапе микротомирования. Это когда уже изготавливаются тонкие срезы. Да. Это уже в возможности Digital Pathology. Дальше. У нас в лаборатории есть два иммуногистостейнера. К цифре это не имеет отношения, но картинки вот здесь красивые. Чуть попозже мы их рассмотрим поподробнее. Да, и вот самый главный процесс — это digitalization, цифровизация. У нас стоят два лейковских сканера, в который мы как раз погружаем наши стекла, микропрепараты. Никита Ильич, я перебью вас на одну секундочку и опять же прошу прощения просто для понимания наших студентов. То, что мы жаргонно называем сканер, на самом деле это микроскоп. Только этот микроскоп цифровой, он выглядит не так, как мы с вами привыкли, да? У него нету окуляров, заглянуть в него невозможно. У него нету там предметного столика в том формате, в котором мы с вами привыкли. У него нет источника проходящего света в том формате, в котором мы привыкли. То есть он выглядит как такая закрывающаяся элегантная коробочка или коробка, или большой короб, сундук, все в зависимости от его производительности. То есть когда мы говорим сканер, в привязке к оцифровыванию микропрепаратов, мы на самом деле имеем в виду особую конструкцию микроскопа. Именно так. Да, спасибо. Да, и, соответственно, после сканирования, сканер, вернее, даже в процессе сканирования, он отправляет информацию на облако, где мы храним свои данные, и одна фотография где-то там в районе от сотен мегабайт до там 4 гигабайт, примерно так. То есть там еще зависит от режима съемки. У нас обычный режим, на котором цифруется 95%, 99% даже стекол, это двадцатка. То есть это такое среднее увеличение микроскопа. Некоторые стекла цифруются на сороковке. То есть это уже большее детальное увеличение, когда нам нужно просмотреть какие-то мелкие структуры, бактерии, хроматин. Мы тогда перезаказываем на 40. Так. Дальше. Да, ну и, собственно, диагностический процесс я покажу позже у нас на примере в своем браузере. Да, и коммуникация вот в нашей компании, очень важна коммуникация. До прихода я не знал, что есть такое приложение, оказывается, очень удобно, как корпоративный мессенджер Slack.
Есть несколько чатов, в том числе там, диагностические, где мы с врачами обсуждаем сложные случаи, какие-то изменения в диагностике и прочее. Да, и про искусственный интеллект вот стоит добавить еще, что у нас есть в компании несколько человек, айтишников, которые занимаются разработкой новых приложений для нас, для нашей лаборатории. Вот Ki-67 уже есть и применяется нами очень активно. А есть уже тоже распознавание метастазов приложения, которое пока что в рутинную практику не запущено, но, тем не менее, показывает неплохие результаты. То есть, что это за вещь такая интересная? Часто нам приходится смотреть лимфоузлы для установления стадии по ТНМ, вот категория N, это лимфоузлы. Если мы не находим там метастазов, мы стадируем как N0. Если находим, то там N1, N2, есть некоторые дополнительные категории еще. Так вот, для того, чтобы... Ну, и зачастую их искать очень муторно, скажем так. Их может быть, допустим, где-то 40 этих лимфоузлов, и надо все просмотреть, запомнить в голове или записать на бумажке, сколько ты там положительных нашел. Вот, не забыть, просматривал ли ты там предыдущий слайд, сколько тебе еще осталось. Вот. И вот, вот это приложение, оно позволяет упростить работу. Когда мы его запускаем, видите, что наиболее подозрительные участки в лимфоузлах, они подсвечены таким белым цветом. Вот, это очень удобно, обращает внимание врача сразу на этот участок. То есть это приложение, оно повышает чувствительность к метастазам у врача. И вот так выглядит наш стандарт заключений. Да, по поводу стандартизации я еще не сказал. У нас разрабатываются в лаборатории свои стандартизованные протоколы. То есть есть... Что-то типа графики, таблицы. Он выделяет, почему... Схема ответа определенная. И схема микроописания. Это все стандартизуется. Так. И, конечно, еще один из плюсов – это то, что можно делать красивые фотографии и отправлять их коллегам и радоваться вместе. Вот примерно так. И сейчас, если вы позволите, я перейду уже… Есть предложение. Смотри, давай. Прежде чем ты перейдешь к демонстрации возможностей… Digital Pathology, да? Пару вопросов, может быть, так, для, значит, обсуждения. И, коллеги, те, кто с нами сейчас, 54, между прочим, человека, если у вас возникли вопросы, прежде чем мы там к практической части, то, что называется, перейдем, опять же, давайте будем их задавать. Пока вы собираетесь с мыслями, если у кого-то возникли вопросы, просто включайте камеру, дождитесь, когда будет пауза, и задавайте свой вопрос. Тут периодически к нам вклиниваются, значит, разные звуки, то есть, вероятно, такая техническая возможность существует. Никита Владимирович, значит, блиц для того, чтобы нам сориентироваться в пространстве. Значит, то, о чем мы сегодня говорим, это вообще патанатомия или это что-то другое, это что-то из другой области? Ну вот, видите, я уже сколько работаю, больше полугода вроде патанатомией занимаюсь, как бы. То есть, да? Патологическая анатомия, вы врач-патологоанатом, вы закончили ординатуру и так далее, правильно? Да. Лаборатория находится в Сколково. Какой же вы патологоанатом, если у вас нету морга? Или у вас есть морг? Как вот у вас секционная практика? Да, я забыл же, что самое главное – это ассоциация с моргом. Да, для меня тоже было удивление, что, оказывается, не обязательно работать в морге, чтобы заниматься патанатомией, что в Москве очень много, оказывается, частных клиник, в том числе ЮНИМ, где занимаются чисто операционно-биопсийной диагностикой. Вот. И поэтому это место носит название лаборатория, а не морг. Вот. И так как
находится. А тогда в Сколково как к вам попадает диагностический материал? То есть вот был слайд, где клиники-партнеры, они заключают с вами договор, и специальные курьеры вам доставляют этот диагностический материал, да? Да, у нас есть курьеры, которые бесплатно по Москве осуществляют доставку. И еще можно оформить доставку из региона. По-моему, там, если это по ОМС, мы работаем еще в том числе вот в сети ОМС, то это тоже будет бесплатно, если не ошибаюсь. То есть вместе с ИГХ даже. Вот. А если это... Ну, это бесплатно для учебного учреждения, но государство в виде страховки просто оплачивает эту диагностическую услугу. Да. Прошу прощения, что я перебил. Вопрос от Михаила. Доступны ли стандарты и рекомендации, в том числе зарубежные, по цифровой патоморфологической диагностике? Ну, во-первых, есть ли такие гайды какие-то, которые регламентируют именно проведение гистологической диагностики в формате цифровом? И если есть, можете ли что-то порекомендовать? Mm-hmm. Я знаю, что есть статьи, информация накапливается, собирается, анализируется. Вот. А по поводу гайдов, это слишком молодая отрасль, чтобы были какие-то такие гайды известные, которые были признаны официально, да, и исполнялись всеми. Нет, такого. Они вообще нужны? У меня вопрос. Они вообще нужны? Есть ли разница? Вот вы как переучивали? Как вы переучивались? Смотреть монитор, как смотрели в бинокуляр? Есть исследования, которые показывают, что действительно частота ошибок на цифре у врачей, когда они переходят с микроскопа, становится несколько выше. Вот. Но обычно это связывают с тем, что просто у врачей, те, которые исследовались, включались в данное исследование, не было желания особо смотреть цифру. Ну и на первых порах, скажу честно, это может вызвать затруднение, потому что все-таки цвета немножко отличаются, и сам вид немножко отличается. Как говорит моя коллега, когда смотришь в микроскоп, ты как будто окунаешься в другой мир. А когда смотришь в монитор, у тебя вокруг еще что-то происходит. Но тут еще многое зависит от монитора. Если монитор широкий, то очень классно. И зависит еще от цветопередачи на мониторе. То есть качественный хороший монитор с большим количеством точек позволит очень хорошо смотреть изображение, на нем очень приятно. Но вот, вы сейчас адаптировались полностью? Я где-то недели за две, наверное, адаптировался вполне. Ну, то есть сейчас, подходя к микроскопу, он для вас инородный предмет? Или вы одинаково ловко используете и монитор, и микроскоп? Ну, боюсь, что, наверное, даже микроскоп уже несколько инородный предмет стал, но... Периодически я подхожу к нему, и как-то вот уже не то. Опасная тенденция. Так, вопрос от Николая. Сколько времени занимает доставка материала, допустим, из Карелии? А если это операционный материал, который нужно срочно посмотреть, вы смотрите только онкопатологию или нет? Три вопроса, пожалуйста. Ага. Ой, сколько будет из Карелии добираться, честно говоря, не знаю. Это, знаете, зависит от того, каким курьером вы отправите. Если вы отправите FedEx-ом, то, наверное, он прибудет в следующие сутки. Коллеги, до тех пор, пока на территории нашей страны летают самолеты, доставка может быть осуществлена, в большинстве точек из большинства регионов, где есть аэродромы, в течение суток, на самом деле, да? Я прошу прощения, что я влезаю в ответы, но просто пока есть авиационная доставка, то это вполне умеренные вопросы. Налажено ли у вас в лаборатории, вот это классный вопрос в привязке к монографии, о которой я говорил, да? Цитодиагностика, срочная интраоперационная диагностика. У нас был такой опыт, когда мы исследовали срочный материал в одной из больниц, у них при морге есть свой скан.
возможно, он даже стоит уже в предоперационной, не могу сказать. И вот они оттуда сканируют и отправляли нам. И у нас там в этот случай добавлялось 5 врачей, там, не помню уже сколько, но там много было врачей, помню. И все смотрели там, и писали свое мнение. То есть, да, у нас такой опыт есть, но он пока не на потоке. Потому что... Ну и, наверное, все-таки больше 20 минут это займет. Сделать препарат, отсканировать, переслать, вам акцептировать, провести быстро мини-консилиум и отправить ответ. Ну, это зависит от готовности уже самого консилиума скорее, потому что сам скан занимает, ну, минуты две, не больше. Ну, и если там с высоким разрешением, может быть, не знаю, три. Вот. А уже, да, обычно задержка идет на консилиуме, когда у каждого там есть свое мнение. Начинается и... научная дискуссия. Да, ну, в общем... И заключительный вопрос из этой троицы вопросов от Николая. В лаборатории только онкопатология поступает или нет? Нет, поступает все, что угодно. Мы работаем со многими клиниками, и материал у нас разный. Начиная от аппендицитов и соскобов, заканчивая от панкреата до дональной резекции. Mm-hmm. То есть все очень... Окей, okay, вопрос от Аллы. Имеются ли затруднения с использованием электронной оценки результатов иммуногистохимической реакции на пролиферацию по Ки-67 при лимфомах? Вот у вас вообще введение этого цифрового алгоритма искусственного интеллекта, это уже обязательная рутинная процедура для всех опухолей, для каких-то опухолей? Перепроверяет человек, не перепроверяет? И вот при лимфомах, если возвратиться к вопросу Аллы, есть ли какое-то понимание, насколько эта система эффективна, ошибается, не ошибается? Ну вот, честно, про лимфомы точно сказать не могу, потому что я с лимфомами не работаю, но... Я не слышал от врачей, чтобы кто-то жаловался вообще на нашу систему. Просто у нас периодически там проходят экскурсии в нашей лаборатории, и мы, ну, я общаюсь с врачами, которые смотрят и лимфомы в том числе, и ни разу не слышал, чтобы кто-то во время там, ну, презентации нашей системы или просто там где-то мы общались, кто-то бы что-то сказал про искусственный интеллект Ки-67 у нас. Ну, нет, вот он... вы все Ки-67 прогоняете через этот софт или нет? Ну, если врач не хочет его использовать, может не прогонять. То есть это по решению доктора? Это по решению доктора, да. Но вот практика показывает, что лучше использовать, чем нет, потому что, ну, реально сокращает время, и ты реально потом перепроверяешь, и действительно оно так. Единственное, бывают ситуации... В опухолях, где, например, опухоли с выраженным веретиновидным компонентом, который находится в строме, ну, строма, ну, веретиновидной тоже строме, то есть когда морфология стромы примерно совпадает с морфологией опухоли, тогда искусственному интеллекту затруднительно выделять опухоль из стромы. Но я вам скажу, иногда и человеку затруднительно выделять uh-huh. опухоль из стромы, поэтому тут вопрос, а правильно ли человек это оценит тоже. Вот, так что... Понятно. То есть в любом случае, как любой метод, имеется определенная погрешность, но система, раз она искусственный интеллект, я так понимаю, что вы ее постепенно обучаете за счет увеличения количества ее образов, да, которые в ней накапливаются. То есть это обучаемая система. Вопрос от Анны или от Ханны, если быть точным. Добрый вечер. Есть ли какие-либо особенности подготовки материала для отправки в лабораторию из клиники? В чем вам привозят? В вакуумной упаковке, в формалине, в спирте, в ацетоне, ни в чем, в воде? Как это происходит? Да, иногда привозят в воде, по-моему, тоже было, по-моему, кто-то привозил в спирте. Да, в спирте иногда привозят, но крайне редко. Мы потом звоним и говорим, что не надо так делать больше, пожалуйста. Вот. А вообще, универсальные средства для фиксации — это формалин. В него можно положить все. А вот. В вакуумных упаковках я еще не встречал, чтобы нам привозили, но было бы очень здорово, если кто-то
если мы с кем-то договоримся о том, чтобы вы привозили в вакуумных упаковках в этот же день, это будет очень замечательно. Мы сразу будем его вырезать и фиксировать. Это... Ну, да, поясним для студентов, что современные стационары, в принципе, оперблоки могут быть укомплектованы таким оборудованием, которое позволяет операционный материал тут же после удаления упаковать и быстро транспортировать в патологоанатомическое отделение. То есть это некий современный стандарт. Это очень важно для патологоанатома, который работает в этот момент на вырезке, да, потому что формалин все-таки искажает цвета, он влияет при фиксации на макроскопические характеристики препарата. Это важно. Вопрос от Федора. Каким объемом знаний в Data Science и программировании должен обладать патоморфолог? Вы что-нибудь программируете, Никита, или вы просто юзер? Когда-то я пытался писать сайт, но больше, чем на неделю, меня не хватило. Поэтому в целом примерно равными нулю. Ну, как обычный юзер, там, уметь использовать браузер, больше ничего. Я вот сейчас... То есть специальные цифровые, там, сказать, знания, специальное техническое образование для этого не нужно. Вообще. Тогда давайте сразу поясним. Вот эта платформа Digital Pathology, вы ее купили, вы ее разработали. Это отечественный софт или это адаптированный зарубежный софт? Это может быть в любой лаборатории за рубежом в разных странах? Или это ваше ноу-хау лаборатории? Как к этому относиться? Смотрите, получается, система Digital Pathology, включая LIS, она... Лабораторная информационная система. Да, лабораторная информационная система. Она разработана компанией UNIM. Но это не значит, что она разрабатывалась совсем с нуля. Там есть... Нет, но самое главное, что конфигурация это ваша конфигурация. Да, это продукт, который ну, принадлежит UNIM, созданный UNIM. Окей, а конкуренты есть в России? Ну, за рубежом, наверное, масса платформ, которые позволяют это делать, я предполагаю, парочку я знаю. А в России, кроме UNIM, кроме Digital Pathology, кто-то что-то еще конкурирующее для цифровой патологии развивает? Ну, вот есть, да, есть вот у Biovitrum, Histoscan есть, да, есть некоторые платформы, которые... позволяют дома смотреть препараты, какие-то организовывать какое-то обучение. Вот. Но дело в том, что нет именно такой лаборатории, ну, нет именно лаборатории цифровой, помимо UNIM. То есть есть платформы, а вот лаборатории, которая бы полностью все оцифровывала, такого в России больше нет. Насколько я знаю, в мире таких еще две, я могу ошибаться. Но вот слышал, по крайней мере, такую цифру. А правда, да, что каждый доктор, когда он у вас подходит к какому-то техническому участку и выполняя какие-либо манипуляции с образцом ткани, с блоком, с препаратом, все время сканирует свой штрих-код персональный и, в принципе, таким образом достигается точный учет, прослеживаемость, да, всего тканевого образца от момента регистрации до выдачи заключения и архивирования. И, да, собственно, контроль за доктором, чтобы он там не ходил курить 10 раз на день. Я дополню даже ваш вопрос-ответ. Там получается, что когда мы там пропикиваем, делаем какую-то манипуляцию, это можно отследить, администратор. И дальше у нас есть еще одна информационная система, которая отслеживает как раз работу ЛИСа. И можно изымать оттуда статистику. Можно изымать статистику, ее обрабатывать и таким образом улучшать процессинг в лаборатории. И, к примеру, если вдруг в лаборатории что-то пропадет, может быть, блок там, да, или стекло какое-то, то можно всегда отследить, на каком этапе была пропажа. То есть, когда в последний раз... где был замечен этот блок или стекло, и посмотреть, возможно, он где-то там лежит, может быть, кто-то его не заметил, и вот так это примерно работает. Слушайте, а вот на мысль навело, а архив у вас какой-то существует, или вы, в принципе, все отдаете заказчику, а у себя оставляете только цифровой архив в облаке?
у нас есть архив. По закону мы обязаны иметь архив и обязаны определенную дату выдержать до утилизации. Это у нас все выполняется. Да, все есть. Предпоследний вопрос в этой части. У вас прозвучало еще в самом начале, не все наверняка из студентов могли понять, о чем идет речь. Разметить опухоль для генетики. Что вы делаете? Да, дело в том, что у нас выполняется такая услуга, как разметка опухоли. Дело в том, что мы еще сотрудничаем с партнерскими лабораториями генетическими, и прежде чем отправлять материал на генетику, врачу-генетику важно знать, лабораторную генетику, важно знать, где опухоль находится в блоке, то есть какая часть ткани является опухолью. Он микроскоп посмотреть не может, даже если может, не факт, что он там что-то увидит и поймет, поэтому мы смотрим, мы размечаем на стекле, где вот здесь вот опухоль, и в блоке мы размечаем, а затем уже генетик может вырезать этот кусок самостоятельно и уже совершить с ним необходимые манипуляции генетические. Понятно. И, наконец, вопрос у нас от Михаила. Есть ли возможность провести у вас дистанционное обучение? Да, вот я об этом пару слов сказал, скажу сейчас еще раз. У нас проходят образовательные курсы для врачей и для ординаторов. Можно записаться у нас на сайте, оставить заявку. Для врачей образование там даже не надо записываться, можно просто зарегистрироваться у нас на платформе и посмотреть те раунды, которые у нас уже прошли образовательные. Они у нас есть все в архиве, можете прямо сейчас зарегистрироваться и посмотреть. Но я должен сказать, что рассылка мне регулярно приходит, потому что я подписан. И да, система эта образовательная работает. Возможно, коллега имел в виду, а вы какой-нибудь документ в конце дадите, свидетельство, сертификат, баллы непрерывного медицинского образования, либо пока эта сфера не охвачена вами в полной мере, и вы больше занимаетесь вопросом прямого профессионального совершенствования. Ну вот ординаторам, может быть, что-то и дадим, но это будет бумажка просто, которой можно хвастаться. Мне давали такую. Подождите, наверное, свидетельство или сертификат о пройденном обучении. То есть это дорогая бумажка, важная бумажка. Да, но дело в том, что просто, чтобы эта бумажка стала официальной, надо же составить образовательную программу. Это не документ государственного образца. Я так понимаю. Пока, на этом этапе. Угу. Понятно. Значит, Никита Владимирович, ну, давайте сделаем тогда перерыв от вопросов, и вы хотели нам показать, что может Digital Pathology? Да, сейчас я на браузер переведу. Видно? Да, начала. Да. Угу, есть. Угу. Так. Да, значит, сейчас, секунду. Вот. Вот, то есть, вместо стеклышек ваш архив — это вот такие иконки со сканированными препаратами, да? Так, сейчас, секунду, я вышел. Не видно меня, да, сейчас? Вас видно. А мой рабочий стол? Нет. Сейчас, секунду. Но он был. Да. Сейчас будет. Вот, должно быть видно. Да. Так. Вот примерно так выглядит наша система. У нас есть здесь вкладочки. Вкладка «Я ответственный», сколько сейчас на мне висит случаев, которые я должен ответить. Нужна валидация, это где я вторым врачом одобряю кейс.
Так, ну и вот я подготовил несколько кейсов для того, чтобы мы с вами сейчас посмотрели. Так, выглядит сама система примерно вот таким образом. Когда мы залетаем в кейс, у нас есть вкладки «Описание», где краткая клиническая информация, чат, где мы с докторами или с клиницистами можем обсудить случай. Ну, есть вкладка «Диагностика», это где мы можем составить дифференциальный диагностический ряд, который, ну, нозологии которых мы исключаем в данной ситуации. Отправляем это дело, и у нас формируется некоторый банк, который согласуется с данным заключением. И в следующий раз, когда врач будет задумываться о написании этого диагноза, у него может появиться этот ряд диагностический, который, ну, то есть он уже будет иметь в голове представление о том, с чем ему проводить дифференциальную диагностику. Это пока мы систему разрабатываем, она пока не внедрена, но вот тем не менее она вот уже в процессе. Заключение выглядит примерно вот таким образом. Код по МКБ, код по ICDO, это международная классификация опухолевых заболеваний. Макрописание, и потом вот мы можем добавить сюда диагностический протокол. Сейчас покажу, что у нас здесь есть. Ну, то есть, вот все локализации. Вот, выбираем, к примеру, там, желудочно-кишечный тракт, да? И у нас есть микроописание под каждый, ну, не под каждый, конечно, но под много диагнозов. Вот, если что-то не подходит, то выбираем микроописание и уже там своими словами это все делаем. Ну, вот, к примеру, там, желудок, биопсия, можно посмотреть, как это выглядит. Ну, то есть тут масса подсказок для врача, что если доктор запомнил алгоритм или действующую классификацию, то эта система его поведет все равно к правильным формулировкам, я так понимаю, да? Угу. Отлично. А может быть, покажете нам препараты отсканированные? Конечно, самое интересное, да. Да, конечно. Да, вот уже тут есть галочки и линейки. Ну, это даже третьекурсники могли, что это был за участок. Да, может быть, у кого-то есть соображения какие-то. Это яичник. Сейчас, секунду. Значит, вот примерно так он выглядел. Вот, да, у нас на станции вырезки есть фотоаппарат, который фотографирует макропрепарат. И врач уже, который диагност удаленный, может осмотреть, и помимо макроописания, может посмотреть еще фотографию. Вот, вы видите там примерно 20 сантиметров. Сейчас, может быть, где-то. Ну вот, описание. Яичник представлен сочный, пористый, губчатый виды ткани серо-розового цвета с темно-красными и розового цвета буроватыми участками с наличием множества мелких кист. Да, вот примерно так. Это... Ну, я сейчас не могу посмотреть клинические данные. Я вообще приготовил другие кейсы, но раз уж я открыл, как бы, там была история у женщины, то, что полгода назад удалили кисту яичника, тератому, с контрлатерального яичника. Вот, и через полгода вот удалили другой яичник с такой крупной опухолью. Множество кист различных размеров. И вот здесь еще вот такого варианта ткань. Что же это за ткань? Ну, так.
и есть еще вот такие участки. Кстати, чат работает, поэтому пока Никита Владимирович не рассказывает, что это за ткань, присылайте свои версии, я их озвучу. Ну или подключайтесь сами, вслух озвучивайте, что это был за участок. Да, а его... это увеличение сканирования 200 или 400? Это 200 еще. Если бы 400, мы бы тут увидели бы молекулы, наверное. Игорь пишет «хрящик». Игорь, поясните, а какой хрящик-то? Какая хрящевая ткань, раз уж хрящик? На что похоже, на какой вариант гистологического? Вариант хряща. Угу. Гиалиновый. Пишет нам Игорь. Что скажете, Никита Владимирович? Так, ну это хрящ. Я, пожалуй, с коллегой соглашусь насчет гиалинового. Но не уверен, что в данном контексте можно прям четко сказать, какого типа эта ткань, потому что дальше, когда мы узнаем диагноз, но ближе по морфологии к гиалиновому. Так, тогда двигаемся дальше к каким-то еще значимым здесь находкам. Ну вот это. Вот то, что измерено, да? Да. Ну, я должен сказать, что вряд ли третий курс. А нету другого метода окраски? Серебрения какого-нибудь? Здесь гематоксилин только. То есть нету ни иммуногистохимии, ни методов серебрения? Нет. Вот, ну и, соответственно, здесь кисты вот с таким эпителием. Есть вот такой эпителий. Есть... сейчас, секунду. А, вот... Нет, это не то. Михаил пишет «нервная ткань». Это была нервная ткань, пишет Михаил. Никита Владимирович, что скажете? Михаил на верном пути, да. Это была нервная ткань. Так, то есть у нас уже набирается в этом яичнике, значит, хрящевая ткань, нервная ткань, некий эпителий однослойный, столбчатый, да? Угу. Ну, не везде он прям уж такой, но тем не менее. Ну, вот кое-где вы видите ресничатый эпителий. Угу. Вот. То есть у нас эпители здесь разного типа. Тут кое-где кишечные эпители, прям видно, что он со слизеобразованием есть. Сейчас не могу найти. Но он здесь есть. Вот. Есть хрящ и есть нервная ткань. То есть, в принципе, по строению это действительно похоже на тератому, так как смесь различных тканей. Вот. Но тут просто... есть. Ну, коллега М30 пишет, тератома, извините, только что зашел. Да, товарищ М30, предположение, что это тератома, но, видимо, это еще не финал. Ну да, дело в том, что все-таки макроскопическая картина нас немного насторожила, и так как изначально было, ну, мы решили, что недостаточно было взято кассет, поскольку в яичнике в данном могут быть участки с незрелой тканью, и мы решили добрать ткань для того, чтобы исключить незрелую тератому. А кассет, сразу же давайте поясним для третьего курса, что такое кассеты. Кассеты — это, значит, емкости, в которые кладется кусочек ткани, с которого затем делается срез. То есть одна кассета соответствует одному микропрепарату. То есть, коллеги, мы видели, что опухоль большая, там до 20 сантиметров она была, да, на разрезе. А сделать гистотопограмму такого размера, ну, и бессмысленно, и, в общем, технически сложно. Поэтому вырезаются, собственно, цель операции, манипуляции, которая называется вырезка, да, это диагностически значимые по макроскопическим критериям участки,
вырезать, поместить в кассеты для гистологической проводки и уже в дальнейшем изготовить из них срезы. Если этого оказывается недостаточно, то можно вернуться к невостребованным участкам опухоли и дополнительно их изучить. И что же там было найдено? Это вот дело в том, что ходовой случай, и вот буквально 3 часа назад залетели стекла, и я еще его не посмотрел. Вот, ага. Поэтому, конечно, не могу сказать, я вот то сейчас... Пока что рабочая версия, что это тератома, да? Да, да, вот сейчас закончится общаться и... Но, если будут обнаружены признаки чего? Если будут обнаружены признаки, если будет обнаружена нейроэпителий незрелый, нейроэктодерма, вот, то будет выставлен диагноз незрелая тератома. Он там по количеству незрелого нейроэпителия ранжируется на 1, G1, G2, G3, то есть это количественный критерий. Из-за этого мы и берем столько блоков, чтобы оценить, если, ну, во-первых, есть ли он там, и, во-вторых, понять, сколько его там. Вот. А это как-то важно для пациента? Или, в принципе, в данном случае в схеме лечения ничего не изменится? Это важно для прогноза пациента, потому что то, какой же мы поставим, говорит. Давайте сразу объясним, что такое Ж, потому что в русском языке под буквой звуком Ж, значит, разные люди могут подразумевать совершенно разный смысл. Да, я имею в виду букву Ж английская. Жилет, да, первая буква. Вот. Да, 30. Грейт, конечно. Great, Филипп да. Пишет, что это грейт, конечно, имеется в виду грейт. Окей, с этим кейсом интересно. Потом мы вас спросим, если это будет не секрет, что же все в результате получилось. Такая интересная картинка. Мы тератомы в учебном процессе на 3-м курсе только макроскопически видим, гистологически не удается увидеть, поэтому те, кто посмотрел, я думаю, запомнят. Давайте перейдем к следующему кейсу. Да, оно еще просто хочется добавить, что обычно тератомы выглядят иначе. Там это такая киста с волосами. Там, ну, дермоидная киста, да, да, собственно. Да, здесь такая, для меня было что-то необычное такое. В общем, я с таким еще не сталкивался. Вот. Дальше. Вот, подготовил одно легкое. Но тут, судя по всему, уже и многостихимия есть, да? Да, здесь уже есть ИГХ. Значит, мужчина 51 год. Клинический диагноз у него вот такой был при поступлении к нам в лабораторию материала. Ну, рак языка, который был оперирован, и была проведена химиолучевая терапия по поводу рака языка, и суспицию, это в плане вероятно, возможно, центральный рак правого легкого. Да, и вот у нас есть кусочек легкого, это мы не проводили вырезку, то есть это к нам привезли блоки со стеклами. И вот примерно так это выглядит сейчас. Вот. Значит, на небольшом увеличении уже видно, что ткань какая-то... Ну, в общем, представлена полностью опухолью. Практически полностью представлена опухолью. Уже на таком увеличении видны комедонекрозы. Это, то есть, центральные некрозы в центральной части опухоли. Опухолевого пласта, назовем так. Так, и при таком уже среднем увеличении видно, что тут видно пласты, островки опухоли в строме. Видно также, что здесь есть... Это что, кстати, да?
Пишите ваши предложения в комментарии, что это за клетки. Имеете в виду вот эти темненькие клетки, грязно-коричневого цвета? Да, да, грязно-коричневого цвета. Ага, ну да, сейчас тогда дождемся догадок диагностических. Прям вот, как бы, не, возможно, неопытному взгляду тут не сразу поймут, где здесь есть инвазия, но на самом деле здесь везде инвазия. Гемосидерофаги пишут нам, вот, М30. Да. Здесь имеется также реакция стромы, то есть она такая местами плотнее, чем... Никита Владимирович, у меня просьба. Да. Смотрите, не все ведь наши студенты опытные микроскописты. Давайте покажем, где строма, а где паренхематозный компонент опухоли эпителиальной. Ну вот в данном случае вот здесь строма, вот... То есть те участки, где мы видим волокна, клетки с вытянутыми ядрами, веретенообразные клетки, где мы видим сосуды, это стромальный компонент опухоли. Да. Там, то, где мы видим компактно расположенные, относительно мономорфные, хотя не везде, конечно же, клетки, это, собственно, эпителиальная часть опухоли. Да. Вот это как раз клетки рака. Мы видим, что... Здесь выраженный ядерный полиморфизм. Есть ядра такие очень крупные, есть ядра, ну вот, такого среднего размера. Они гиперхромные, то есть они такого синего оттенка. Имеются митозы, апоптозы. Ну вот. Покажите, пожалуйста, нашим студентам апоптоз. Ну, они же никогда не увидят больше нигде. Клетка похожа на то, что это апоптоз, апоптотическая клетка. Где? Подождите. Вот которая из них? Вот это? А вы мой курсор не видите, да? Он немножко гуляет, он у вас слегка блуждающий. Я могу пометить вот так. Вот, отлично, да, то есть отдаленно напоминает тельце Коунсильмена, только здесь какой-то еще остаток ядра есть, да? Да. Угу. Цитоплазма какая-то, она уже с базофилией такая, ядро уплотнено, гиперхромное, причем, ну, оно явно отличается от других ядер по размерам, вы видите. А вот, кстати, к вопросу о гемосидерофагах. Ну, увидели мы их здесь, да. А о чем это свидетельствует, собственно? Что это значит, что в структуре опухоли... Ну, вообще, да, для нас как бы это, ну, особой информации не несет, потому что, в принципе, даже если мы смотрим нормальные легкие, там часто могут попадаться гемосидерофаги. Ну, как бы... никакой диагностической значимости они не несут. Но, в принципе, косвенно они могут говорить о том, что здесь было кровотечение там, да, какое-то. Или, да, ну... здесь была кровь. А раз была кровь, значит, было нарушение целостности сосудистой стенки. А раз мы с вами внутри опухоли, ну, с чем же это может быть связано? Либо с дефектностью сосудистой стенки внутри опухоли, либо с инвазией. Да. М30. Здесь, в этом случае 30. Есть еще лимфоваскулярная инвазия. Мы ее чуть попозже увидим. Вот это... Никита Владимирович, тут М30 предлагает уже диагностическое решение. Гигантоклеточная карцинома легкого. Это первое, что приходит на ум студенту. Смотрите, первое, что приходит на ум, обычно... должно быть что-то наиболее часто встречающееся. У патологов есть такое правило, что часто, то часто. Вот. Да, потому что оно работает. Вот. И здесь я, может быть, не показал еще, но вот есть вот такие участки. То есть это не некрозы, которые мы видели ранее. Это нечто другое. Это какие-то клетки, концентрически закрученные друг вокруг друга, не живые, не мертвые, а есть вообще бесклеточные участки. А уж не жемчужины ли это, спрашивает Николай из города Рязань. Да, это очаги ороговения. То есть здесь, если мы видим очаги ороговения, то это нас наводит на какой рак?
Сейчас напишут. Скорость машины PCI плоскоклеточной, спрашивает Филипп из Санкт-Петербурга. Ну, вот, да. Про Филипп. В общем-то, еще покажу препарат. Там где-то были отметки. Ну, вот доктор заподозрил здесь венозную инвазию сосуд. Видите, здесь артерия. И рядом проходит вена. Вот так как бы сложно сказать. Вроде бы ну, опухоль и опухоль около сосуда, да. А если присмотреться, то видно, что вот эти веретеновидные клетки по периферии опухоли, это очень напоминает сосудистую стенку. Вот. Иногда для того, чтобы убедиться, точно ли это сосудистая стенка, мы делаем, красим там, D240, маркер CD31, и он окрашивает нам эндотелий. То есть вы ставите иммуногистохимическую реакцию для выявления эндотелиоцитов, поскольку эндотелий, как мы понимаем, он специфичен, собственно, для сосудистой стенки. Да. Да. Так, ну вот примерно так. Что там было? Ну вот, CD31 есть здесь как раз таки. И доктор показал здесь, что вот есть лимфоваскулярная инвазия, и кое-где здесь должен был покраситься эндотелий. Видимо, а вот да, было бы студентам интересно показать эндотелий, как он выглядит на самом деле, но может быть не в этом участке опухоли, да, потому да. что тут сложно, не видя архитектуру сосуда, принять на веру студенту, что здесь есть эндотелиоциты, а может быть какой-то классический сосудик. Ну вот более-менее классический сосуд. То есть здесь видим толстую мышечную стенку. Ну, сказать, что это мышцы без гематоксилина, конечно, сложнее, но видно, что клетки действительно обретают такую мышечную форму. Вот. И видим, что вот он эндотель внутри, есть просвет, и этот эндотель окрашен коричневым цветом, положительно, иммуногистохимическая краска. Тогда получается, чтобы нам завершить этот кейс с этим пациентом, вопрос с тем материалом, который был доставлен. Там было еще что-то с языком было, да? Да, это просто у пациента в анамнезе был рак языка, и тут задача врачей стояла исключить, ну, определиться, что это метастаз. Либо это метастаз из рака. А когда был прооперирован рак языка? По-моему, там было написано 18-й год. Да, 18-й год. То есть это совсем недавно. Я напомню тем, кто был на прошлом заседании, профессор Хмельницкая приводила пример 20-летней разницы между удалением первичной опухоли, да, она была в яичнике, и метастазами в головном мозге. Значит, здесь, в общем-то, разница не такая длительная, около года. И как же вы решили этот вопрос? Ну вот, доктора сделали еще окраску на TTF-1. Это маркер, в частности, аденокарцином легкого и маркер карцином щитовидной железы. Да. И здесь он покрасился. Здесь он не покрасился. Ну, то есть на жаргоне это называется «покрасился отрицательно», но имеется в виду, что он не покрасился. Да. Вот. И здесь, кстати, доктор, осмотрев препарат, обнаружил еще сосудистую инвазию, эмболы. Вот. Таким образом, ваше диагностическое решение? Наше, вот еще окрасили они в P16, и он тоже не покрасился. Ну, это, вернее, фон все, то есть это не положительная окраска. P16 – это суррогатный маркер вируса папилломы человека, инфекции. Вот. И, соответственно, для того, чтобы исключить, к примеру, метастаз, ну, орофарингеальный карцином, они часто ассоциированы там, с ВПЧ-инфекцией. Вот. Никит, например, я тогда чуть-чуть ускорюсь, просто хочу подвести итог под этим кейсом, поскольку мы работаем уже больше часа. То есть в результате было принято диагностическое решение о том, что это метастаз, да?
Нет, морфология соответствует плоскоклеточной карциноме легкого с ороговением. И вот тут оно рассуждение. Учитывая наличие в анамнезе карциномы орофарингеальной и отсутствие фенотипической ганглиоспецифики, достоверно дифференцировать нельзя метастаз от первичной. Однако наличие внутрибронхиального роста опухоли с плавным переходом от респираторного эпителия позволяет косвенно судить о первичном легочном генезе опухоли. То есть у нас вот здесь есть участок, который мы, кстати, вот проглядели. Вот, пожалуйста, здесь нормальный ресничатый респираторный эпителий бронхиальный, который не очень плавно, но переходит в рак. Вот, то есть именно наличие предшественника является одним из признаков того, что, вероятно, опухоль первичная в легком. То есть получается, что у мужчины 51 года две злокачественные опухоли с разницей в там, полтора года, условно. Ну да. А тогда возникает следующий вопрос. А как же так получается? Все-таки две злокачественные опухоли, одна за другой. А есть ли какие-то данные из анамнеза с точки зрения его иммунологического статуса? И нет ли здесь необходимости задуматься о генетически обусловленной опухолевой природе? Да, вот здесь как раз врачи написали свой... нет, это в другом случае, там исключали синдром Линча. Нет, дело в том, что у патологоанатомов не всегда имеется достаточная клиническая информация, да и даже у клиницистов не всегда имеется достаточно клинической информации, поэтому больше врачи ничего не написали по поводу каких-то синдромов. Нет. Ну, тем не менее, мы с вами должны понимать, что когда наши диагностические возможности на сегодняшний день позволяют в ряде случаев выявить генетическую природу развивающихся опухолей, что может иметь значение в том числе и для семейного консультирования, не только для этого пациента. На самом-то деле, да? Вот у нас тут вопрос от Филиппа, очень практического свойства. А насколько дорого обходятся окраски на маркеры? Имеется в виду антитела и постановка иммуногистохимических реакций, потому что у студентов может сложиться впечатление, что, значит, вот посчитал доктор нужным поставить такую реакцию, заказал, и реакция волшебным образом поставилась. Действительно, у вас в лаборатории так налажен процесс снабжения, что подбор панели диагностических антител, он не жестко зафиксирован, а если необходимо это для диагностики, то маркер применяется. Как вот на этот вопрос правильно Филиппу ответить? Ну, да, на второй вопрос сразу скажу, что если маркер необходим, он применяется. У нас в лаборатории достаточно много антител, но даже у нас есть не все антитела. И кое-какие антитела мы красим в партнерской лаборатории иногда. Вот. А по поводу цены, да, это не самое дешевое удовольствие, поскольку реактивы дорогие, аппараты, там, иммуногистосценеры, это тоже очень дорогая аппаратура. Вот. Поэтому, ну, у нас на сайте есть прайс, измеряется это в тысячах рублей, скажем так, там, где-то от 4000 до 30000, в зависимости от широты панели, сколько нужно окрасить антител. На ОМС, к примеру, те заказы, которые поступают нам по ОМС... Да, студенты не всегда могут понять, ОМС — это сумма, которую обеспечивает государственная страховая компания, да, или ассоциированная с государством страховая компания по программе обязательного медицинского страхования. Да, вот на ОМС мы можем красить сколько угодно антител, ну, сколько того требует диагностика антител, скажем так. Вот. И мы фактически не ограничены в панели. То есть...
Понятно. Значит, Никит Владимирович, предложение. Показать нам последние, финализирующие, самые интересные оставшиеся кейсы из ваших подготовленных в таком бодром формате. И мы приступим уже к финальным вопросам, чтобы нам гармонично не перегрузить студентов богатством информации. Аспектов не только патоанатомии классической, не только онкологии, но и молекулярной биологии, клеточной биологии, в конечном итоге вас может привести и к такой замечательной, высокотехнологичной, крайне необходимой и полезной для клинической медицины практике. Тем временем нам пришло 3 вопроса. А можно все-таки посмотреть последний микропрепарат, на котором нас прервали? Филипп, я тебе потом его отдельно покажу. Спасибо большое, очень интересно. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на обучение для ординаторов. По какой ссылке искать лабораторию? Что забивать в Гугле, в Яндексе? Я уже все прислал. Да, внизу Никита Владимирович написал нам ссылку, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Передаем слово старости кружка. Владимир, ваше право открыть и закрыть. Так, в принципе, огромное спасибо за предоставленную нам, студентам, возможность подключиться к такому роду серверов. Все было понятно, я должен об этом сказать, но мы, в принципе, на своем профессиональном пути только совершенствуемся. Поэтому... А так вы тогда говорите, что было непонятно, чтобы мы вам рассказали, пояснили, перевели с русского на русский. А как же? Иначе мы так и не узнаем, что же было непонятно. Хорошо, хорошо. В следующий раз тогда мы будем... Да, вы не стесняйтесь задавать вопросы, потому что у нас формат диалога, а не таких менторских лекций. Угу. Да, хорошо. Тогда все. Я думаю, мы можем закончить. Да, Никита Владимирович, спасибо еще раз. Спасибо большое, да. Спасибо вам, что пригласили. Студентам, да, спасибо и хорошего вечера. Да, всего доброго. Всего доброго.